Мусорная реформа в Красноярском крае может провалиться, операторы могут приостановить свою работу. Это связано с тем, что красноярцы неохотно платят за вывоз отходов. По данным газеты «Ведомости», собираемость платежей всего 25%. Среди наших соседей похожая ситуация в Новосибирской области и Алтайском крае. Всего по России за вывоз мусора платит лишь половина граждан. По Енисею будет курсировать новый круизный лайнер. Теплоход «Максим Горький» должны перегнать с Волги. Работать он начнет в следующем году. По информации турагентства, судно закупают в расчете на китайских туристов. Сейчас круизных теплоходов на Енисее нет. Валерий Чекалов, Александр Матросов выполняют рейсы до Дудинки и обратно, но без экскурсионного обслуживания. Этой ночью в Березовском районе на территории бывших китайских теплиц вспыхнула бесхозная постройка. К тому времени, когда первые пожарные подразделения добрались до места происшествия, огонь успел полностью охватить строение из досок. Площадь пожара составила 84 квадратных метра. При разборе завалов обнаружены три тела. Следователи возбудили уголовное дело. Проезд до кордона Лалитина в красноярском заповеднике «Столбы» закрыли после жалоб туристов. Теперь на въезде стоит шлагбаум, который будет закрыт в выходные и праздничные дни с 8 утра и до 6 вечера. Так главную пешеходную тропу ограждают от автомобилистов. Туристы на столбах жалуются на то, что по тропе ездит большое количество машин, а обочины заставлены припаркованными авто.